Настрою? Чутка. Сейчас, может, полагать. Сейчас я... Так, графику чуть-чуть скинуть. Чё? Обычный. Переплетённый. Да, обычный пускай будет. Так, сглаживание. Нет, сглаживание пусть будет... Не сильно меняется. Кеширование теней. Пускай будет. Все включено. Пьем лучи. Да и хэба с ним. Свечение. К объективе пускай будет. Выключить. Сорция объектива. Ну, пускай. Давай попробуем так. Попробуем так. Сейчас я назад открою. А вы мне потом скажете, как хорошо не... Я чуть поменьше сделал. Давай, возвращайся. Картинка 60 FPS, давай мне. О. Ты же говорил, что не будешь так делать. Ну, пауза была, я сделал. Так, в принципе, ничего не поменялось вроде. Ну, сильно прям. Да? Из сундука доносится, да? Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Знаешь, что заметил? Странную какую вещь. А чё-то Немезис не появился. Он же здесь в демке появлялся. Вроде бы, да? Нет? Так, куда я шел? У меня есть шланг. Ну, я что-то хотел другое сделать, да? Чё я хотел сделать? Трубовик не забрать. Что я хотел сделать? Сейф открыть, точно. А где сейф? Сейф. Короче, мы здесь выходим. Вот сюда зайти нужно. Окей. Блять, все равно лагает. Что за хуйня-то? Что за байда? Что тебе? Пару кадров теряется. Бесит. Здорово. Так, высококачественный порох. Ну, отлично. Мне кажется, тут спрей был, нет? Королева Аквакур, позвони мне. 937. Не надо. Нет. 937, напишите, пожалуйста, в чат. Так, где сейф был? Там, кстати, девах пропала, она лежала там. По-моему. Где чувак? Ярче стало. 9. 3. 7. Никто ничего не написал, но я... Так, это у нас деталь. Добавляет прицел для более точной стрельбы. Объединить. Оружейный мастер. Спасибо.
Так, а теперь погнали тушить костер. Тут вроде бы шорткат был, да? Ничего, что-то подлагивает, что мне прям это немного раздражает. Я вроде бы сделал меньше настройки, а чё? Чё происходит, непонятно. Вот вообще что-то лаги какие-то, чё это за хуйня-то вообще? Отходил. Так, секунду. Я еще. Какая-то херота. Мне хочется просто, чтобы комфортно вам было смотреть. Че? Так. Допустим. Допустим. Да, ну что-то временами, короче. Переключаюсь, альтабу, сейчас FPS просел, да, понятно. Так, теперь. А я что, не открыл его, что ли? Что, немец-то не будет? Веселье-то какое безудержное, блядь. Что, серьезно, немец-то не будет? Ха-ха-ха-ха, выпилили. Да это понятно, что когда альтабуюсь. Установить питание с подстанции. Вот, теперь не лагает. Вот теперь все ок. Ха! Добрый вечер. Я диспетчер. Болторез. Это здесь? Так, я пойду это поорудую болторезом. О, прям нормально стало. Мне прям нравится теперь. Самому аж. Так, а здесь где-то внизу? Нет, подожди, стоп. Здесь разве? Дверь с цепями. А, нет, вот тут. А что тут было? Сюда можно было в дамки-то ходить? Не помню. Замысловатая коробочка. Не, ну, блядь, ну кто... Вот какой смысл в этом во всем вращении, если, блядь, тебе просто говорят, нажми, а, и все. Какой в этом смысл? Синий камень. Класс. Кто это? Вот эту я хуйню сейчас сделал. Ну ладно, патроны для револьвера будут. Какой еще в пизду револьвер? Для магнума. Называй вещи своими именами. Патроны для магнума. Спрей! Нет! Нет! Спрей! А, щит. Меня кто-то кусал вроде, да? Да, давай так сделаем. Я просто, ну... Не хочу сюда особо возвращаться потом. Так, сюда сходили. Здесь дверь с висячим замком. Черноукая далеко, в пышном тереме своем. Постамент. Туда чуть попозже. Где у нас тут? Здесь? Нет, даже. Вот тут где-то, да? Вот тут. Нет, не тут. А где? Да, ёпта мать. А я раз туда не ходил, чё оно серым-то? Отмечено. Во, вот сюда. Так, короче, погнали. Да оно того стоит? Может, поверху? Поверху, наверное, попроще будет. Хотя здесь получится по прямой. Ладно, чёрт знает. Донатс.
пацаны. Здорово. Так, а что здесь тогда? Раньше здесь болторез был. Но теперь у меня есть болторез. И я что-то, я в растерянности немного. Стоп, я что-то хуйню сделал. Давай скинем спрей. Чтобы он не мешался. Так, патроны хранить, хранить. Копать хранить! Не та дорога. Сюда. Парень! Ты ж встанешь, я знаю. Ю-ху! Еще и этого зацепило. Да не похоже. Так, пули для пистолета. Что здесь? Патроны для дробовика. Че, я взял только что? Гранату еще взял. Чувака, граната была. Это по-любому тот чувак, короче, из оригинального резидента, который на заставке гранату кидал, помните его? Он один такой, знаешь, в рукопашную, короче, против зомбиков лез, ёпта. Тот еще тип. А почему здесь серым-то, действительно? Типа, может, это другой уровень? Так, ладно, пойдем на подстанцию. Раз нас заставляют. Я только сейчас это сохранюсь, наверное. Хотя нет. Я просто скину предметы. И там перед подстанциями сохранимся. Хранить. Хранить. Гранаты тоже хранить. Угу. Все, пойдем. Ты знаешь, если бы я в таком пиздеце находился, я бы так не бегал. Я бы бегал гораздо быстрее. Она что-то так казуально бегает. Как-то на прогулку вышла. Так, ремонтный сервис. Хорошо. Угу. Выкинь патроны. Не хочу! Чё ты пристал ко мне? Как раз тут нас, видимо, учат, что болторезом можно открывать двери. Окей. Ты из UBSS? Да, тихо-тихо. Да не смотри на меня так, я еще... Не-не-не, пугай! Какого хуя? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас, Старс, все такие тряпки. Неудивительно, что у вас так мало полегло, много полегло. А вы кто, UBSC? Убивайте своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка вроде вас не нужна. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Коля, don't walk around the house. Угу. Я что-то его не сразу узнал, вот этого типа, на самом деле. Это же этот, которого либо Николай, либо Карлос убивает в оригинале. Он тоже в шапке был. Дневник тренировок. 10 июля. 90 килограмм. 12 кругов пробежки по двору. Два повтора. Выкуси тварюга. Umbrella Corporation. Только что взяли меня на работу. На работу! Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. 20 насильников убил. И тебя за это посадили на пожизненное?
Тебе медаль, блядь, должны были дать, алё. Я только за. Всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Надо привести себя в форму. Я не прав? Не, ну серьезно. 20 насильников убил. Блядь, красавчик. 26 и... Подожди. За 16 дней ты скинул 1 килограмм. 89 килограмм пробежка, 20 километров, 3 повтора, стрельба в цель 3, с 350 метров, 5 промахов. Себе. Вчера откинулся и отправился в тренировочный лагерь UBSSC. Стрелял там впервые за 2 года. Промазал по неподвижной мишени с 350 метров на 10 сантиметров. Небывалая хрень. Я будто все забыл. Пофиг, меткость вернется, вот увидите. Еще 3 килограмм скинул. 86 килограмм. 15 августа. Пробежка 30 километров, 3 повтора, стрельба в цель с 550 метров, 2 промаха. Ладно, кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитан и остальные нормальные пацаны. В бою просто звери. Но этот псих Николай отморозок конченый. Он закрылся мной от пули ради пары дополнительных очков. 25 сентября, 82 килограмм. Пробежка 30 километров, 4 повтора. Стрельба с цель с 550 метров. Без промахов. Да, я. Мерфи вернулся. Мерфи его зовут, точно. Я, блядь, все вспоминаю. Как его звали? Как его звали? Мерфи его звали. Больше никаких промахов. Завтра отправляюсь на первую миссию. Подавлять беспорядки в Ракун-Сити. Ой, блядь, куда тебя занесло, парень. Джимми бы это понравилось. Братишка всегда рвался помогать людям. Какая-то уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро. Так как я лучше всего умею. Бля, бедный чувак, серьезно. Он убил 20 насильников. Он, блядь. Сука, Николай. Коля, блядь. Козел. Найду тебя, пристрелю. Все, я все здесь взял. Так, музыка из сейф-рума. Значит, все хорошо. А что я назад-то вернулся? Подожди. Я хотел дальше пойти. А, не на лестницу. Ну ладно. Больше ничего есть? Нет? Нет. Так, новый контент, ребят. Это потрясающе. Новый контент. Что-то музыка из оригинальной игры заиграла внезапно. Блин, реально музыка из оригинальной игры. Давай вправо. Предсмертная записка. 28 сентября, Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаешь, что такое ад. Полагал, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна была быть легкой. Быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого не винтовка, произведение искусства. А, произведение искусства, наверное. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо. Я знаю, что дальше будет хуже. И если это только начало. Зовите меня трусом, плевать. Другого выхода нет. Лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму курок. Это было в оригинале. Чувак в аллее лежал с блокнотом. Только там еще по потолку ползал. Это хуета. Первый раз. Из-за угла, когда... Она вылезает такая, по потолку ползет. Бля, что, уже пора, что ли? Серьезно? Они что, сейчас появятся? Ой, боже. Не надо, пожалуйста. Записка электрика. Электрика? Электрика? Общественный генератор предоставлен гильдии электриков Ракун. Гильдия электриков у вас есть?
Отключение света продолжается. Гильдия решила на временной основе остановить в городе... Расставить в городе несколько электрогенераторов. И их может использовать любой. Но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит, и в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Я понял, о чем речь идет, короче, да. Дописано от руки. Ясно, если генератор сыплет искрами, не подходите к нему. Не глупите, безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик Сэм. Молодец, Сэм. Да, вот. Наглядный пример. Вот она штука. Ну, мы такое увидели в демке. А, ты, блядь. Ах ты, псина, блядь. Воу! Держу кнопку, держу кнопку. А чё, не надо? Ну ладно. А чё, у меня хилок нету даже. Гильдия электриков. Ты тоже из гильдии электриков? Можно было, конечно, выстрелить по этой хрени. Но если мы идем на электростанцию, скорее всего, за мной назад увяжется Немезис, да? А чё, пацаны уже ждут? Все? Это те, которые на электростанцию в оригинале приходят, что ли? Или ещё кто? Бля! Хочешь пну тебя? Ай, тиска. Не нравится? Че ты, блядь, стоишь, дебил? Реально, музыка из оригинала. Класс. Только она с каким-то этим. С дополнительной аранжировкой. Шикардос. Так, нам, видимо, туда. А что здесь? Опачки. Да это просто в игре. Давай я сделаю игру. Полагает немножко. Не знаю. Тут же вся музыка поднимется. Я громче ее не могу сделать. Она по умолчанию стоит на максимум. Ну я сделал в ОБС. Слышно стало? Это я слышу? Чего? Bullet. Воу! Ты чё, закрылась-то, алё? Да ну не закрывай... Да не закрывайся! Не надо. Это не ремейк. На минуточку. Это что, электрики? Тут отмычку. Типа что-то проседает. Че проседаешь-то, алё? Блять, как мне настроить игру, чтобы она не проседала? Ну,
Чё ты там встал, ты слышишь? Курица. А, бля. А, бля. Не воёбываемся. Нет у меня хилки-то. Бля, бля, нету. Так. Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам в связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включить главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Окей. 4 рубильника. Вот, похоже на них. Хорошо. Что это? Набедренная сумка. Найс! Наводим порядок. Получено достижение, наводим порядок. А чё, хилки тут есть? Не, конечно, понимаешь, у меня в ящике есть. Ну, блять. Есть? Есть же. Так, чё тут? Сортировка. Поем. Поем. А, простите, у меня нету хилки? Ха-ха. Окей. Окей. Внимание. Да, весело. Давай я возьму тогда вот эту. Найдем зеленую потом. Наверное. Ну что, тут нет? Где ты? Поем! Чё это за хуйня? Что это? Чё это такое? О, пахнет как. Даже думать не хочу. Идите. То есть на электростанции какая-то хуйня, да? Нездоровая. Причем. Какое-то гнездо. Что это было? Как-то сверху лазит. Зеленая трава работает? Да ладно. Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода. И я засунул туда голову, черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивалось какие-то личинки. Я давился и задыхался, но этим маленьким ублюдкам все было нипочем. Вылезать они не желали. Я шатался во все стороны, а потом увидел ее зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Поэтому я схватил ее, сунул в рот, поглотил. И вот те раз, эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Я никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чада. Если кто-то еще прочитает это, помни. Нужно есть зелень. Спасибо. Это, блин, полезно. Награды я не читаю сегодня. Ну, только если после перерыва. Ретрагм. Предостаточку. Что это? Еще одна шкатулка. Че, последний камень там? Блять, из него мелкие пиздюки побежали. Я понял, что сейчас будет. Блять, нехорошо. Это нехорошо, 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 нехорошо. О, боже. Это же эти, да? Куда они убежали? Это эти, которые ползают, как их? Сакеры, ёпта. А? Так, изучить. Здесь даже покрутить чуть-чуть пришлось, нихуя.
Отмычка. Инструмент, с помощью которого умелый взломщик может скрывать обычные замки без ключа. Одноразовая? Надеюсь, нет. Так, есть предположение, даже не предположение, есть желание сейчас вернуться назад, все повскрывать, а потом идти сюда. Потому что я ленивая жопа и не хочу идти дальше. Да? Я думаю, да. А что на мониторах было? Я что-то не посмотрел даже. Блять, ты угораешь. Там лабиринт, что ли? Ёпта. Да, точно, мы идем назад. Да, мы идем назад. Мы идем назад. Это что, медаль? Похоже, да. Так, возвращаемся назад. Тогда я вскрываю все замки, которые здесь есть. Если эта штука многоразовая, конечно. Надеюсь, она многоразовая. Так, для начала. Раз. Жух. Доброе утро. Да, пойдет? Пойдет. Пойдет. Поедет даже, я бы сказал. Патроны. Окей. Что это? Обычный замок. Идем туда. Так, а вы что, не вылезете, надеюсь? На обратной дороге. Пошли в жопу. Я не выдержал. Ты не выдержал и взял Assassin's Odyssey. А я не выдержал, взял What the Golf. Да. Поэтому после резидента будем играть в What the Golf. Да, у нас стрим начался 2 часа назад. Мы прошли демо-часть только, все. В принципе. Привет, Донька. Спрей, класс. Хранить. Так, секундочку. Окей. Дальше. Вот это помещение закрыто было все время. Так, еще на станции метро постамент. И там же есть обычный замок. И еще в магазине пончиков есть. Окей, а здесь-то что? Что я здесь пропустил? Что-то пропустил. Не знаю. А, блин, что-то мне не пометилось, но я же там был, реально. Странно. Ну ладно, мы туда сгоняем. Так, что первое? Что первонаперво? Первонаперво в следующей комнате просто сейчас будет. Так, хорошо. Жух! Добрый день. В магазин игрушек идем смотреть на Мегамена, ребят. На Мегамен. Кто это? О, блять. Из-под машины вылез, видел? Магазин игрушек. Мегамен. Наш Артурчик. Special Edition. Это Ghosts and Goblins. Кто не понимает, что это такое? Это Ghosts and Goblins. Так, это у нас Мегаменчик. Вау, привет. Надо было, наверное, ножом. Все-таки. О, замысловатая коробка. Еще одна. Изучить. Ага. Последний камень. О, все камни нашли, прикинь. Придется сейчас вернуться. Ваша кукла Чарли. Оригинальная кукла Чарли создана по образцу основателя Toy Uncle Чарли Макбергена. И давно стала символом компании. В честь нашего 25-летия мы с гордостью предоставим эту фарфоровую куклу Чарли. Представляем. Новый Чарли создан любящими и заботливыми руками наших мастеров. Это превосходный и редкий подарок, выпущенный ограниченным тиражом. Надеюсь, он станет любым членом вашей... Что? Станет любым членом вашей семьи? Что? Внимание, продукт повышенной хрупкости. Не уронять и не ударять.
чем мы, собственно, и занимаемся постоянно. Роняем и ударяем. Где этот хуй? Куда он пошел? Он по делам пошел или что? Это, блять. На нахуй! Добрый вечер. Так, а что ты тогда здесь-то еще не сделал, алло? Что я здесь не сделал? Все? Да, все. Пойдем немножко вернемся. Здесь сейчас, наверное, зомбики встанут, да? О, блять, стоит, ёб твою мать. Шу! Эй, блять, ну я же увернулся, алло, пошел нахуй. Козел, сука, сраный. Опасность. Херово дело. Ладно, я уже у сейф-рума. Что за куклы выдают? Все. Куклы это коллектаблс. Как во второй части. Так. Делаем так. Объединить с этим. Хранить. Давай сюда это. Давай сюда это. Похиляться. Посмотрим, что это даст. Использовать. Окей. Это было странно. Девственница. Что это? Тактическая ложа для дробовика? Даем! То есть это не открывает ратушу, это открывает просто какие-то... Волшебные камни. Открыто достижение. Набедренная сумка. Еще два слота. Найс. И все, да? И это вот все, что здесь нужно было сделать. Камон. Камон. Блядь, дробовик не забрал еще. Ёпта мать, надо с дробовиком сходить. Так, ладно, хорошо. Гранату убрать пока. Где-то тут что-то было, да, еще? Обычный замок где-то тут. Вот. Ну-ка. Патрон для дробовика. Все. Все. Оставляй. Я бы даже, наверное, забрал сразу. Мы сейчас идем за дробовиком. Заберем дробовик и все, да? Получается. Все, больше как бы тут ничего не осталось. А, нет, еще в пончиковой, точно. В пончик. А что же здесь такое осталось? В каком-нибудь закутке какой-нибудь лежит этот, что ли? Какие-нибудь патроны? Что-то типа того. Так, ладно, го опять в переулок в этот ебучий. С этими ебучими зомби. Лизать! Ну да, скорее всего, всякие там модельки, наброски и т.д. открывают. Ну, тупо коллектаблс, как я и сказал. Так, быстрым путем. Бегом. Бегом, тихо, не надо, не надо, не трогай меня. Спасибо. Дробовик не забыть еще. Надо за дробовиком сходить. Так, найс, ручная граната еще одна, хорошо. Так, где дробовик? Дробовик у нас где-то тут неподалеку. На втором этаже. Короче, наверное, он здесь все-таки где-то. Я не помню. Ща. Немножко музыки из Старого Резидента. Здесь, да? Нет, здесь... Ох ты, ёпта мать. Ух ты, ебать.
Ох ты ебать. Ох ты ебать, как тут много всего. Йоу, бро. Нахер тебе голову твою. На карте нормально, блин, не отображается ничего. Блин, прям без желания открыть все сундуки, посмотреть, что в них лежит. Вот да. Хорошо. Где еще? Здесь панель управления, но она, скорее всего, не работающая, да? Потом в соседней комнате здесь. С меломаном не пользовался, здоровался, нет? Так, проход здесь. Здесь сразу ящик закрытый и дробовик. Все. Вот теперь по идее, теперь мы все открыли. Все, что здесь было. Лечебный спрей, найс. Кусачки. Хорош. Дробовик! Сброс сюжетных предметов. Меня вот так бесит это, вот кусачки выкидываешь, ты кусачки выкидываешь, алло. Деталь для дробовика М3 уменьшает отдачу, повышает стабильность оружия, обеспечивает более высокую точность. Определенно, мы экипированы. Чё-то дробовик совсем другим стал, по-моему, нет? Чё-то вообще какой-то другой стал. Был вроде коричневый, стал вообще какой-то другой. Это чиллаут. Я на пике игры. Так. Бэм! Четыре патрона, ну такое. Что я здесь забыл? Что я здесь не взял? Кто тут ходит? Кому тут, блять, не имется? Как-то они странно дробовик держат. Что-то прям совсем уж странно выглядит это. А, я сюда, наверное, не ходил. Ну и ок. В аптеке что-то осталось? Дробовик на то и нужен, чтобы в черепуху стрелять. А, я траву пропустил. Ну, это того стоило. Так, все, идем туда, куда мы должны были идти. Осталось вспомнить, где это место. Здесь я пройду. Могу здесь пройти, да? Ты слышишь, дверь открой. Притворзай. Опа, блядь. Встал. Так, как тут прямо? И там лестница должна быть. Ну, чтоб не лезть через всю эту толпу бакланов-идиотов. Через гореленьких пройдем, да? Ну нахер, чё там такое? Как дела? Да нормально. Еще пару часов и будет мое день рождения. Я такой старый. Я такой старый. Так, скинуть. Я даже не знаю, что еще скинуть. Спрей. Давай.
Тебе всего 17, мне 76, ты чё? Знаешь, как этот... Вы знали, что Квагмайеру из Гриффинов 72 года? Даму дороги! Даму дороги! Привет, Каири. Азиб за хост. Мяф! Неплохо сохранился, но он комментировал это так примерно. Морковь. Морковь. Ему реально 72 года. У него водительские права, и в них там какой-то там 30-й год, что ли, выйдет через что-то типа того. Или дата рождения там. Не помню. Ну го. Ой, чё го. Нам не сюда. Да где ёфт выход-то? А, вот. Трёхколёсный велосипедик. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Так, мы идем к электростанции. Там все заросло к чертям собачьим. Я не знаю, что там сейчас будет. Бля, я что-то так спокойно лечу вперед. А где все зомби? Нет, серьезно, а где зомби? Что-то зомби пропали. Че? Не понял. Реально зомби пропали. Так, я, наверное, возьму еще одну хилку. А есть еще? Ну, мне показалось, я... Показалось? Наверное, показалось. Так, я сохранюсь. Еще раз на всякий случай. Ну, пойдем в эту одищу непонятную, в лабиринт этот долбанный, судя по карте. Что это? Служебная записка с подстанции. Ключ от секции высокого напряжения пропал. Замена ожидается только через неделю. На это время старшему сотруднику смену выдана отмычка. Оно существует в единственном экземпляре, терять ее никак нельзя, поэтому, когда отмычка не используется, она хранится в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не забрали ключ. Нашедшим просим сдать ключ Кейт в отдел общего дела производства. Че, как игра? Как Resident Evil 2. Ну окей. Фу! Эй! И все? Вытащить! Паразит? Так, ясно, понятно. А бегать нельзя, что ли? Вот блэд. Так, я пока не использую, слежу за здоровьем. Хилка. Блять, как отвратительно все здесь выглядит. Прям беда. Пока... О, тихо! Тихо, куда, блядь? Не, ну здесь они попроще, чем в оригинале. Так, внимание. Спасибо. Воу! Ты чё хуй?
Так, я вижу один генератор. О, второй вижу. Фу, блядь, слюни текут. Ва! Так, один есть. Я подозреваю, что они тут бесконечные будут. Там еще один был. Я тебе, блядь, сука. Где ты? Я не, блядь. Так, одна там, другая тут. Да жми ты, ёб твою мать! Мне не нравится тут. Чё она на автомате все время по лестницам лазит? Прям напрягает реально эта херота. То есть мне даже кнопку не дают нажать, она просто сама лезет. Записка Чеда. Чед — это тот самый, который друг того первого. Что здесь произошло? Последние несколько дней творится какая-то непонятная хрень. Странные жуки гнездятся. Из вентиляции прям прет металлический запах. Вчера начался вообще форменный трындец. Трындец? Как быть трындец по-английски? Нужно к маме в пригород сгонять, узнать, как дела, но босс требует сначала выключить все рубильники, черт побери, надо быстрее закончить и валить отсюда. Ядрёна мать! Как быть ядрёна мать по-английски? Живот скрутил, аж двигаться больно. На последнем рубильнике прибежал здоровенный жучину и сунул мне в глотку толстенную трубку. Я еле ноги унес чуть. Все не выблевал, но как-то сдержался. Блин, больно-то как, ощущение, будто что-то внутри шевелится. Еле держусь, как только не сблевал. Блин, больно, капец. Как быть капец по-английски? Чувствую, что сейчас меня разорвет. Хана мне. Мама, я люблю тебя. Он сидит в коконе, ёпта. Жесть. Фак-фак, мадафак, короче, все. Все примерно, все выражения здесь так переводятся. Ну, в российском это трындец, капец. И другие это... не надо, нет, не надо. Не-не-не! Ты видел этот додж? Готово, пора убираться. Блять, бегут, ебать. Толпой бегут.
Так, и что я пропустил здесь? Да нахуй, даже в воздухе, блядь, попал. Вот тебе и игра на геймпаде. Валим! Дверь! Как бы мне не хотелось вернуться и посмотреть, что там. Там слишком отвратительно. Там... Так, теперь нужен рубильник основного питания. Нужен. Наслаждайся. И это все? Это все? Это все. Да. Знаешь, в оригинале Resident Evil 3 на электростанцию приходит толпа зомби. И каждый раз, когда ты включаешь электричество, у них просто лопаются головы. Как попкорн, просто. А здесь просто гигантский пузырь такой. Сдулся, ёпта. Могли бы сделать, чтобы он, знаешь, надулся. И такой прям пух нахуй. Было бы круто. А вот теперь у меня есть желание проверить, что там изменилось. То есть мы кокон их взорвали. Сейчас либо их там толпа, либо там никого нет. Похоже, их тут толпа. О, нет, все, до свидания, я ушел, до свидания. Ну это как-то глупо, не знаю. В оригинале реально лучше была эта сцена. Я только ради этого, вот этой хлопушки голов, короче, выбирал все время этот вариант, потому что это выглядит круто. А то, что сейчас было, это что-то какая-то херота, если честно. Мне как-то грустно даже стало сейчас. Так. Как там сортировка? Не-не-не, это убери. Убери. Игра начинается с того, что от первого лица. Так что... Неудивительно, что тебе напоминает седьмой. Карлс Дэджил, подача электричества в метро стан... Восстановлен. Прекрасно. На очередь система управления движением. Ее можно включить в офисах метрополитена. Кажется, я знаю, где это здание. Правда? Прекрасная напарница. На шаг впереди меня. Я это не твой напарник. Жил, как всегда, жестоко. Так, чё, кого встречаем? Давай, Немезис, либо зомби. Здорово, блядь. А чё, умеешь через стен прыгать? Здорово. Спасибо. Ну пока, блядь. О, хуя ты. Ты через стены умеешь? Я насчет ворот нажал. До свидания, все было забыто. До свидания, все было вчера. Блин, а что дверь-то не открылась? Не надо! Дядя, 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 дядя!
Ты как, не сдох? Да не. Дубль два. Это, блядь, нечестно. Ну хотя бы по причине того, что, блядь, сам. Они, кстати, так и не пофиксили, да? Это я так понял. Карлос, эта тварь все еще живая. Она преследует меня. Что? Беги. Возвращайся на станцию. Нет, сначала систем контроля движения. Он сюда войти не может. Эй! Ты на тебя нахуй. Я не уверен, что я вообще второй раз сяду играть в игру. Я же еще не прошел, я не знаю, насколько она хороша. Че я хотел сказать? Они со времен седьмого Резидента не пофиксили эту дичь. Я которую игру уже играю. Седьмую я играл. Второй ремейк. Это тот же движок, те же механики. Абсолютно те же. И они до сих пор не пофиксили это говно. Ну, вернее, не с седьмого, наверное, скорее со второго. То есть в ремейке эта проблема была. Когда ты, короче, подходишь к двери... Вот так вот. Появляется значок вот этот вот. Но если ты делаешь вот так вот, ты не можешь дверь открыть. Ты просто не можешь дверь открыть. То есть вот так ты бежишь, ты даже кнопку не нажимаешь, она открывается. Но стоит тебе повернуться... То есть вот... Ща. И все, и дверь не открывается. Я поэтому помер. Я поэтому помер. Я каждый раз забываю, что это говно такое. Грусть какая! Грусть какая! Чё там у нас по хилкам? Одна? И три спрея? Ну даже не знаю. Сохранюсь отдельно. Чё там по времени? Сейчас 26, сейчас 30. Давай перерыв сделаем. Я просто не знаю, куда. А куда нам дальше идти-то? А, в метро, наверное, да? Ну, не в смысле, не в метро, а вот. Как? Ну, в ту хероту. Включить метро, видимо. Так, небольшой перерыв.